Thank you.
Щербакова, Надежда Каякина, Алексей Терняков. Камил Сен-Санс, вакханалия из оперы «Самсон и Далила», хореография Александра Горского, заслуженная артистка республики Екатерина Тайшина и народный артист республики Дмитрий Дмитриев. Thank you.
1998 году Москва получила неожиданный подарок от Национального театра танца Республики Саха имени Сергея Зверева. Премьеру балета «Лолита» на музыку Владимира Шатрина. Этот подарок был столь неожиданен и столь приятен, что «Лолиту» назвали одним из главных событий столичного театрального сезона. В самом деле, в это время, да и сейчас, балета на сюжет знаменитейшего романа русского американца Владимира Набокова «Лолита» не существовало. Уже существовала опера Родиона Константиновича Щедрина, написанная им по заказу швейцарской оперы, а вот хореографической версии не было. И до сих пор она является раритетом Национального театра танца имени Сергея Зверева. Сегодня композицию из этого балета все участники фестиваля хотели бы посвятить человеку, которого называют одним из вдохновителей стерха, одним из начинателей его славных традиций. Я говорю о хореографе этого спектакля, о человеке, чья творческая жизнь навсегда связана с якутским балетом и с национальным танцем. Это заслуженный деятель искусств республики Лира Габышева, которая в нынешнем году отмечает свой юбилей. Лолита Изабелла Максимова, первый гумберт Юрий Зубков, второй гумберт Егор Максимов, Шарлотта Ольга Скобелева. Исторические персонажи, артисты театра танца. Мы сейчас увидим, как это было в Москве, а затем композиция из балета «Лолита». Thank you.
Спасибо артистам Национального театра танца, спасибо композитору Валерию Шадрину, хореографу Лире Габышевой, ее ассистенту Людмиле Антипиной за встречу с героями Набокова на балетной сцене. Спасибо. Русский балет во всем мире ассоциируется с классическим наследием, с именами хореографов Мариуса Петипа, Льва Иванова, Александра Горского, Василия Вайнонена, с композиторской русской школой, прежде всего с Чайковским, Глазуновым, но это не значит, что он сохраняется в своем музейном виде, наоборот, развивается, и версии многих классических спектаклей на протяжении 20 века, да и веки нынешним, предлагают ведущие российские хореографы. Один из знаменитейших спектаклей Большого театра России – «Раймонда» на музыку Александра Глазунова. Этот спектакль осуществлен балетмейстером Юрием Григоровичем, чьи две работы идут на сцене Якутского театра. А вот дуэт из балета «Раймонда» на якутской сцене впервые. Исполняют его солисты балета Большого театра, заслуженные артисты России, лауреаты международных конкурсов Мария Алаш и Владимир Непорожний. Thank you.
Адольф Адан, ПДД из балета «Корсар», хореография Мариуса Петипа, Александра Сурадеева и Руслан Сабденов. Thank you.
Особой строкой в программе сегодняшнего вечера мне хотелось бы выделить выступление тех артистов, которые сейчас выйдут на сцену во фрагменте из спектакля «Русский Гамлет» на музыку Густава Малера. Это мировые звезды театра, чья мировая известность тоже не знает границ. Санкт-Петербургский театр Бориса Эйфмана. Свой почерк, свой стиль, своя хореографическая лексика. Все это сделало возможным создание авторского театра Бориса Эйфмана, который отличается практически от всех остальных в мире, за что и любим. Эйфман любит высокую музыку, он любит сложные сюжеты. Это или высокая драматургия, или большая романистика. В его театре идут такие спектакли, как «Братья Карамазовы», как спектакль «Убийца» по Терезе Рокен Эмиля Золя, «Поединок по Куприну», «Мольер» и так далее, и так далее. А вот «Русский Гамлет» поставлен на исторические страницы. В его центре императрица Екатерина II и противостояние ей ее сына Павла I, который обвиняет мать в соучастии в убийстве отца. Заслуженные артисты России, лауреаты международных конкурсов Елена Кузьмина и Юрий Ананян. Thank you.
Подарок сверху от труппы 22. Хореография Екатерины Тайшиной.